Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня я хочу приготовить нам кекс. Кекс из скумбрии. Он не сладкий, он такой закусочный. Это у меня филе скумбрии. Я убрала косточки, ну филе. Лук приготовила, нарезала. Морковочку одну натерла на терке, вторую нарезала кубиком. Это по желанию. Сейчас для начала я иду обжаривать лук, морковь и потом туда добавлю скумбрию. А все остальное в процессе расскажу. В лук и в морковь я сюда добавила масло и теперь обжариваю. Мне надо, чтобы это было до готовности обжаренное. Немного в течение, наверное, 5 минут я обжарила это. Теперь я сюда добавляю скумбрию. Все перемешиваю и жарю все вместе. Начинка у меня готова. Я сейчас это все кладу в чашку сюда и немножко дам ей остыть. Добавляем сюда рис. Мне уже отварной, я уже говорила, нет, не помню. Так, и я добавляю сюда 2 яйца. Определенного количества продуктов у меня здесь нет. Я все делаю на глаз абсолютно. Теперь я добавляю сюда смесь перцев, соли и мне нужно это все перемешать. Я щедро добавила зелени, она у меня замороженная. У меня тут зеленый лук и укроп. Теперь сюда же я буду делать тесто. Я добавила сюда 2 яйца и 4 ложки с горкой майонеза. Сейчас я налью вот стаканчик кефира и насыплю разрыхлителя для теста. Ну, примерно пол чайной ложечки. Теперь мне нужно это все хорошо размешать и добавить муку. Тесто у меня должно получиться как на оладьи. Такое же по густоте. Теперь я беру форму и сбрызгиваю ее маслом. Тесто я распределила по форме, теперь ставлю в духовку и выпекаю. Духовку я нагрела до 200 градусов. Вчера у меня пекся почти такой же кексик, только немножко начинка была другая. Он пекся у меня 35 минут. Я не знаю. То есть нужно учитывать особенности духовки. У меня вот с конвектором, у кого-то может нет, поэтому подольше придется. Смотрите по духовке. Поставила в духовку и жду, время засекла. Прошло у меня 35 минут, я кекс достала, он еще горячий, только что вот вытащила из духовки. Сейчас переверну, посмотрим. Итак, вот он наш кекс. Сейчас он маленько остынет и я разрежу, покажу вам, какой он в разрезе. Это то, что от вчерашнего осталось. Я вот пекла, вот столько осталось. Вот такой кекс в разрезе. Так он смотрится. Форму он держит. Я просто... Запах, конечно, от него тоже вкусный. Прям реально рыбкой пахнет. Очень вкусный. Попробуйте.
Может, понравится, приживется на вашем столе. Очень все просто. Всем пока-пока, до новых встреч. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем пока-пока.